Биза, не уходи! Ты был на моей стороне. Нет, Ликас, не стоило сюда приезжать. Не говори так. Гепнаже живет возле храма. Еще один рывок, и мост наш. Мы можем, Биза. Мы спасем наш народ. Оглянись, Ликас. Тут уже некого спасать. Мой корабль следующий. Надеюсь, твой тоже. Я слышал тебя и Ликаса. Вы покидаете остров? Тебя это не касается, но я уезжаю на первом же корабле. Ситуация так ужасна? Ужасно? Оставайся и поймешь сам. Я боюсь за мой народ. А если чужакам охота помирать, то это не мое дело. Оставь меня, человек. Я занят. Так вы с этого корабля, да? Я Агриос, но вам стоит поговорить с Ликасом. Некогда болтать. Спочини щиты, Агриос. Больше копий, Агриос. Я вижу, ты готовишься к битве. Не думаешь уехать, как другие? Не для того я пересек моря, чтобы бросаться на утек. Племя выбрало меня помощником Ликаса. Пока остался хоть один, я остаюсь. Что ты здесь делаешь, Агриос? Я бронзоткач. Оружие и доспехи кентавров ценятся за качество. Это тот же мастер, что у вас зовется кузнецом. Мы, Низиры, верим, что все созданные вещи живые. Оружие, дома, все. Я не выбираю, какую форму придать куску металла. Я помогаю ему стать, чем он хочет. Отличная мысль. Так хороший посох нельзя сделать, но можно найти. Мне нравится думать, что мой посох – дитя великого древа, желающее посмотреть на мир. Мы не займем много вашего времени. Хе-хе. Стардо удал. Я Горгидас. Добро пожаловать на Сарию. Говорят, на Сарии проблемы. Хотя по тебе не скажешь. Проблемы? Но у нас тут полчища сатиров и ужаснейшее чудовище. С другой стороны, почти все племя сбежало. Что означает больше вина и табака. Если серьезно, друг, боюсь, ты сам все увидишь в деревне, если не раньше. И суди по тому, что ты можешь увидеть. Что ты можешь сказать о вашем вожде, чье имя Ликас? За него я пойду в Тартар и обратно. А я боюсь темноты. Так ясно? У него здравого смысла на двоих хватит. То, что случилось, не его вина. Но удача Гермеса – женщина изменчивая. Мы уходим, Горгидас. Берегите себя. Ну и корабль у тебя, путник. Я Хрост. Добро пожаловать в эту несчастную землю.
Что вы знаете о Сарии и этой деревне? Это последнее прибежище племени Низиров. Мы пришли из Аркадии, чтобы начать новую жизнь. Но через 2 спокойных года смерть пришла к нам в образе чудовища по имени Гепнаже. Многие уехали. Некоторые еще сражаются. Я стар для битвы, но помогаю другим. Чем ты занимаешься, Хрос? Я был виноделом. Теперь я делаю все, на что способен старый кентавр, чтобы помочь другим. Ты не выглядишь старше остальных. Спасибо, путник. Но кентавры стареют по-другому, чем люди. Достаточно сказать, что я в 2 раза старше всех, кроме Гелиоса. Мне пора идти, Хрос. Приветствую, путник. Я Гелиос. Прости, я сейчас немного взволнован. Что тебя так беспокоит? Я волнуюсь за сына Флиота. Поговори с Рикосом. Прости, но я не могу говорить сейчас. Добро пожаловать на Сарию, путники. Я Пантелеон, лекарь Низиров. Что привело вас сюда? Мы ищем того, в чьих жилах течет кровь Гермеса. Нам сказали, он здесь живет. Боюсь, кто-то над вами подшутил. Но вам стоит поговорить с Ликосом. Может, он знает больше? У вас много раненых, Пантелеон. Нет, сегодня удачный день. Вы бы видели, что было в день битвы за Кровавую долину. У меня побывала вся деревня. Кто ранил этих кентавров? Эти столкнулись с сатирами за Кровавой долиной, когда искали в лесу еду. Запас трав и еды кончается. Мы ищем еду, нас убивают. Не ищем, умираем от голода. Что было в Кровавой долине? Большая битва. В ней бился каждый взрослый кентавр. Мы сражались с сатирами 3 дня. В итоге мы их победили, но потеряли много наших. В последнее время сатиры стали выходить из леса. Плохой знак для нас. Пантелеон, что ты можешь сказать о Ликосе? Альфа – великий кентавр. Я здесь, потому что верю ему. Хотя с каждым днем это все труднее. Тебе стоит поговорить с ним. Гости взбодрят его. Спасибо тебе, Пантелеон. Эти шляпки бьют по мозгам. Ювате Панта и Томи Покитака. Это страх. Прости его. Я дал ему обезболивающие грибы. Но какое-то время общаться с ним будет трудновато. Панта! Вата Токечи! Ганьес! Кто его ранил? Как кто? Сатиры? Гипножение оставляет ранено. Страх попал на разведке в засаду в лесу. Он получил камнем по голове. Рана еще не зажила. Анолафа! Этот камень стоил 4 воинов! Бура! Скажи мне, что он говорит? Ван сломитоми! Летато вата сатиро! Он говорит, что теперь знает, что пьяный козел походит на сатира.
прости. Ганьес! Ганьес! Какие грибы он ел? Шляпки-леты. Они быстро снимают боль. Есть побочные эффекты, но вес кентавра помогает с ними справиться. Если кто-то ваших размеров съест одну шляпку, он свихнется. Поразительно. Я хотел бы исследовать одну шляпку. Не сейчас, пан. Панта, вата токечи, ганес! Поправляйся, страх. Приветствую. Я Ликос, Альфа Низиров. Вы те, кто приплыли на том большом корабле? Я Ясон, царь Олка. Мы слышали о несчастьях. Да пройдут они. Мы ищем потомка Гермеса на этом острове. Демилеон послал нас к тебе. Мне жаль разочаровывать вас, но Гермес покинул этот остров. Здесь больше нет его крови. Вы знаете родословные всех на этом острове? Я знаю обо всех из моего племени, даже ушедших. Кроме нас, тут только звери. На Сарии есть храм Гермеса, но он находится за ущельем на севере. А между нами и ним лес, владение сатиров. Мой народ знает путь, но он очень опасен. Мы не уедем, пока не найдем то, что нам нужно. Наши желания совпадают, Ясон. Мне тоже нужно попасть к храму. Что ты думаешь там найти? Мое племя вытесняют с острова. Зверь Гипножи охотится за нами. Ее присутствие восстановило сатиров против нас. Мы не можем убить ее в лесу. Чем поможет храм Гермеса? Я думаю, логово зверя рядом с храмом. Даже злобные звери спят. Если мы найдем логово, мы убьем ее. А теперь скажи, как пересечь ущелье перед храмом? Когда мы прибыли на остров, мы обнаружили две священные гермы, созданные некогда самим Гермесом. Если зажечь священный огонь и помолиться перед гермами, откроется тайный мост через ущелье. Эти гермы, они в лесу? Теперь они на земле сатиров, но если их забрать, дорога в храм будет открыта. Можешь дать нам кого-нибудь из разведчиков в помощь? Я дам вам лучшего, мою дочь. Она покажет, что нужно сделать, чтобы восстановить мост, и сможет отыскать логово зверя. Таким образом, надеюсь, что найдутся смельчаки, которые захотят убить Гипноже. Мой народ будет спасен, а вы войдете в священное место Гермеса. Что скажешь, Ясон? Договорились. Одна цель, две причины. Хвала Гермесу, Хромис! Да, Альфа? Скажи моей дочери, она будет вести наших гостей. Я сделаю, Альфа. Дом моей дочери рядом с моим. Она упряма, но знает местность лучше других. Удачи тебе, Ясон. Надежда моего племени теперь в твоих руках.
Моя дочь ждет тебя в доме неподалеку. Когда она будет в нем, стражи пропустят вас наружу. Рикос, я хочу узнать больше. Конечно, спрашивай. Этот зверь, Гепноже, мне нужно знать о ней все. Конечно, она появилась год назад, когда мы очистили Сарию от Мантикор. Гепноже похожа на них, но она огромна и носит странные знаки. Идеальный хищник. Самое страшное, она не оставляет следов и умеет исчезать. Ее нельзя выследить. Мой народ не труслив и умеет сражаться. Но в лесу нам нечем ответить Гепноже. Расскажи мне все о сатирах. Они глупы, но опасны, когда их много. Вначале они держались в стороне. Особенно, когда мы начали уничтожать Мантикор, их врагов. С появлением Гепноже все изменилось. Они ей поклоняются. Они приносят ей жертвы. Живые жертвы. Не эту судьбу я хотел для моего народа. Как кентавры оказались так далеко от Аркадии? Аркадия не только наша родина, но и земля вечных раздоров. Кровные мести споры мешают нам. Многие кентавры не знают в жизни ничего, кроме войны. В молодости Гермес послал мне видение лучшей мирной жизни. Я нашел тех, кто думал так же. Мы пришли на Сарию, чтобы строить будущее. Мы не можем сдаться сейчас. Мы найдем храм Ликос. Обязательно. Кисита! Хома Сатира! Вы были в лесу, да? Нашли сатиров? Или они нашли вас? Замолчи, Хромис. Фолион где-то рядом. Если сатиры найдут его, ему конец. Он знал, чем рискует, как и ты. Олези на Олезине. Хот-такуни! Он ушел искать тебя! Поэтому его съест Гепноже, а я останусь жив. Хватит о нем. Я вижу там наших гостей. Ликос сказал, что ты их ведешь. Веду их? Вата и Газа. Хитека Велла? Откуда мне знать? Они твоего вида. Это Ясон, царь чего-то. Может, ты его царица? Мантикора, тебя сожри! Ты дочь Ликоса? Но ты человек. Ты наблюдателен. Что еще? Ты говоришь на языке кентавров лучше, чем кто-либо из людей. Ученый? С ума сойти. Мое имя Аталанта. Куда я вас должна вести? Что происходит? У нас есть общая цель. Нам надо найти храм Гермеса. Зачем? Мы ищем потомка Гермеса. Храм – лучшее место для поисков. Я ждала другого ответа, но это честно. Почему вы думаете, что вам непременно удастся достичь храма? Я должен найти храм. Мы не можем проиграть. Слишком велики ставки. Ты не испытываешь недостатков Тиза. Тиза? Храбрость и глупость одновременно. Сложно разделить. Заодно я поищу Фолиона. Ладно, Ясон, я поведу вас. Спасибо тебе, Аталанта. Нам стоит поговорить еще с кем-нибудь. Укротитель Нес был в лесу на прошлой неделе. Он знает, где живут сатиры.
Один из разведчиков не вернулся утром. Его отец Гелиос знает, куда он ходил. Дни бегут, и мы не молодеем. Пора идти. Или у тебя есть еще вопросы? Как ты очутилась в племени кентавров? Родители привезли меня сюда ребенком, но они умерли. Несколько лет назад пришли низиры. Сперва я наблюдала за ними со стороны. Однажды в пещеру, которая служила мне домом, пришел Ликас. Он наблюдал за мной и нашел мой дом. Он предложил мне место в племени. Хоть я и не велика, и не так быстра, как кентавр, мое знание острова оказалось полезным. Почему родители привезли тебя в столь глухое место? Эта тайна умерла вместе с ними. Они редко говорили о прежней жизни. Насколько я помню, они бежали от чего-то. Прятались от врагов. Каков был их конец? Расскажи, если можешь. Мантикоры. Пока кентавры не очистили остров, они здесь кишели. Однажды мы с матерью собирали травы в безопасном дотоле месте. На нас напала стая мантикор. Мать задержала их и велела мне бежать. Я прибежала домой, а отец бросился спасать ее. Больше я их не видела, даже их тел. Ты жила одна после смерти родителей? Как долго? Не знаю. 8-10 лет. Отец научил меня охотиться. Выживать я научилась сама. До прихода кентавров я могла молчать годами. Шум листьев на ветру, следы моей жертвы, дробь барабанов сатиров – то был мой язык. Ты знаешь лучше, что ждет впереди. Я хочу, чтобы ты трезво оценила шансы. Сатиры меня не волнуют. Их легко напугать демонстрацией силы. Гипноже очень опасна. Ее нельзя убить в лесу. Она атакует без предупреждения. Если ранить ее, она просто исчезнет. Нужно найти 2 старинные гермы, прежде чем идти в храм Гермеса. Где они? Обе в лесу, на земле сатиров. Одна на поляне в лесу, за кровавой долиной. Вторая в пещере на востоке. Я знаю путь. Тот разведчик, что с ним могло случиться? Он искал шляпки Леты, грибы, которыми низиры лечат болезни. Отец Фолиона, Гелиос, болен, а наш запас шляпок Леты подходит к концу. Фолион это знал. Боюсь, он оставил пост в поисках грибов. А если он ушел в лес? Тогда остается надеяться, что его схватили сатиры. Если его найдет Гепноже, ему конец. Мы можем поговорить позже. Идем дальше и будем начеку. Быстро и легко. К храму Гермеса. Аталанта! Удалось ли тебе найти Фолион? Нет, Гелиос. Я обошла всю границу. Его здесь нет. Может быть, он ушел собирать шляпки Леты? Он бы не ушел в лес за кровавую долину, не предупредив меня. Если сатиры напали вне леса, значит, они совсем осмелели. Гелиос, я веду этих путников к храму Гермеса. Заодно поищу Фолиона. Храм Гермеса? Важная миссия, таланты, это надо записать. Гелиос, наш летописец. Путник, под каким именем ты войдешь в нашу летопись? Мое имя Ясон. Записано. А твои спутники? О, у меня много имен. Зови меня пан. Великие деяния вам предстоят. Если найдете Фолиона, я буду вам обязан.
твой сын Фалион. Что он делает вне деревни? Фалион один из наших немногочисленных оставшихся разведчиков. Он ушел утром охранять границу от скал до Кровавой долины и обратно. Он должен был уже вернуться. Откуда родом племя Низиров? Корни Низиров во всех племенах кентавров. Наше племя состоит из кентавров, верных Ликусу и покинувших старые племена. Что касается имени, на эту тему было много споров среди кентавров. В конце концов, Ликус предложил назваться Низир. На языке кентавров это значит племя. Гелиос, ты хочешь уехать с другими? На этот вопрос я еще сам не знаю ответ. Ужасно, что наша история столь коротка. Но что можно сделать? Я обсужу это с Фалионом, когда увижу. Прощай, Гелиос. Мы поищем Фалиона по дороге. Спасибо вам! Да осветит Гермес ваш путь. Гелиос храбр, и я никогда не скажу ему этого. Но он очень болен. Фалион ушел в лес за шляпками Леты, я знаю. Я должна была пойти с ним. Аталанта! У нас кончаются шляпки Леты. Последнюю я дал страху. Я давно их не видела, Пантелеон. Должно быть, их собирают сатиры, даже рядом с деревней. Мы идем к храму Гермеса. Если я увижу их по дороге, то соберу. Что это за шляпки и зачем сатиры их собирают? Шляпки Лета — это грибы, которые мы нашли здесь, на Сале. Если съесть немного, они снимают боль и помогают в лечении. Сатиры едят их во время проведения своих ритуалов. Мы подозреваем, что они дают их жертвам, чтобы те были спокойными. Сатиры повсюду в лесу, и они собирают все грибы. Спасибо тебе, Пантелеон. Аталанта, принеси Панте еще грибочков, я все съел. И Томми Покитака. Боги, Пантелеон, сколько шляпок ты ему дал? 3. Его череп пострадал от прощи сатира. 3? Он же долго будет таким. Оставим его. Он сейчас не понимает, что говорит. Эй, девонька, смотрю, нашла пару новых приятелей. Горгидас, как дела, старый олух? Я тут подумал. Говорят, ко вкусу мяса мантикоры привыкаешь. Черт побери, я тут уже 3 года, а оно все еще похоже на дерьмо. Ясон, если не любишь дурные шутки про мантикор и сатиров, держись подальше от Горгидаса. Да брось! У меня есть пара новых, ты еще не слышала. Расскажи-ка одну, Горгидас. Слушай, как-то раз я видел сатира и козу, прогуливавшихся за деревней. Я сказал: «Эй, держи на привязи это существо!» И коза ответила: «Я пыталась, но этот чертов сатир отказывается». Я тоже знаю шутку. Знаешь, Горгидас, в чем разница между лошадью и кентавром? Не знаю. В чем? Покрыв кентавра, фермер ждет поцелуя.
Отлично, Сатир. Мы с тобой станем друзьями. А другую? Как-то раз в лесу Мантикора и Сатир услышали зов природы. Мантикора спрашивает Сатира: к тебе на шерсть какашки прилипают? Тот говорит: нет. Тогда Мантикора хватает Сатира и подтирается им. Это считается здесь смешным? А другую? Эту слышали? В чем разница между моей женой и Гипноже? Одна — огромная жестокая пожирательница кентавров, а вторая — Гипноже. Уверена, что твоей жене понравится. Прощай, Гаргидас. Аталанта, рад видеть тебя с другим человеком. Если б ты убедила Ликаса уехать, ты бы общалась с другими людьми в Аркадии. Сария, мой дом, Биза. Он никогда не был твоим. Что же это за дом, если в нем царит смерть? Если ты любишь его, убеди его уехать. Странник, ты ее вида. Скажи же ей, что я прав. Аталанта сама примет решение. Ей не нужна чья-либо помощь. Глупец! Я пытаюсь спасти Альфу, а ты хочешь его смерти. Оставьте меня. С вами не о чем говорить. Аталанта, ты охраняешь их от неприятностей? Скорее помогаю их найти. Мы ищем храм Гермеса. Все трое? Втроем, пока кто-то еще к нам не присоединится. Мы остаемся и защищаем деревню, но храм нам некого туда послать. Можешь нам рассказать что-нибудь о лесе, Агриос? Двигайтесь быстро, не оставайтесь надолго на месте. Как только сатиры узнают, что вы здесь, они вас атакуют. Мы не займем много вашего времени. Вот ты где, Аталанта. Ты нашла Фалеона? Нет, Хрос. Боюсь, что он в лесу. Бедный Гелиос. Единственный сын. Ясон, это Хрос, близкий друг моего отца. Мы знакомы. Вы знали Ликаса до приезда на Сарию? О, мы дружим целую вечность. Наши племена бились вместе в тысячелетней войне. Говорят, что кентавры дрались тысячу лет, прежде чем начать тысячелетнюю войну. По легенде, война началась, когда два кентавра одновременно пришли на брод. Каждый хотел пропустить другого, но ни один не соглашался пройти и остаться в долгу. В итоге они убили друг друга, и так началась война. Достаточно ввести простые правила, и ссоры исчезнут. Я не спорю. К несчастью, кентавры Аркадии до сих пор живут согласно старым традициям. Я заметил, что Ликас хромает на переднюю ногу. Что случилось? Расскажи, Хрос. Вернувшись в Аркадию, Ликас собрал последователей в порту Аресы, откуда должны были отплывать. Однако группа верных из отдаленного племени опаздывала. У Ликаса были враги, которые считали его паникером.
Как-то ночью группа враждебных кентавров подло напала на наш лагерь. Тогда Ликас и был ранен. Лекарь сказал, что его нога бы восстановилась, если бы он отдохнул. Точно, Аталанта. Но твой отец знал, что будет еще одна атака. И он приказал всем отплывать, а сам отправился на поиски опоздавших. Он их нашел и вывел из Аркадии, но его нога была навеки искалечена. Мы уходим, Хрос. Аталанта, ты знаешь, что надо делать? Да, отец. Думаешь, нас достаточно? Что я тебе всегда говорил? Гермес дает нам шанс, а уж наше дело ухватить его. Это совпадение? Нет, это удача Гермеса. Мы поможем друг другу. Теперь нам пора идти. Ликас потерял разум. Вы трое идете к храму Гермеса? Оставь свои насмешки для Несса. Идем, Гессон. Эти звери не любят быть прирученными. Что тебе, Аталанта? Мы идем в храм Гермеса. Я и эти люди. Ликас об этом знает? Это его идея. Старый безумец. Кстати... А кто эти путешественники? Мое имя Гессон. Это Пан. Он не такой, как местные сатиры. Приятно. Почему ты так хочешь нам помочь? У нас тут свои дела, но оказалось, что мы можем помочь друг другу. Так может казаться Ликасу. Но он уже не тот, каким был раньше. Несс, ты последним был в лесу. Что ты можешь рассказать нам? Сатиры близко, как никогда. Джунгли кишат ими. Они поселились в пещере, где находится одна из герм. Так что будет горячо. Все? Ты сражался с герб-ноже? Она однажды настигла меня в лесу. Ее нападение застало меня врасплох, но доспех выдержал удар. К счастью, неподалеку оказались сатиры. Они отвлекли ее внимание, и я спасся. Я могу выследить любого зверя, кроме нее. Плохая девочка. Чем ты занимаешься? Я укрощаю, кого могу. Остальных убиваю. Все звери приручены или убиты, кроме гепноже. Спасибо за помощь, Несс. Вы идете на смерть. Не благодарите. Приветствую, Эрилеон. Мы выходим. Да храни вас, Гермес. Путники, слушайтесь Аталанту. Идите за ней и вернетесь назад живыми.
Осторожнее там. Да храни вас, Гермес. Кто-нибудь может мне сказать, в чем дело? Но других кораблей не было. Кто эти люди? Черноязыки, последователи Гекаты. Зачем они хотят убить Ясона? Черноязыки убили мою жену, а я хочу ее вернуть. То есть как? Есть пророчество. Они верят, что ее смерть принесет им силу. Мы ищем золотое руно Аталанта. Потому мы здесь. Потому ищем потомка Гермеса. Ты хочешь вернуть свою жену к жизни? Да. А черноязыки будут пытаться остановить меня. Пойдем дальше. Здесь замечательные места. Одна прогулка способна вдохновить на сочинение оды. Эти скалы, например. Это опасное место, проклятое. Здесь случаются плохие вещи.